Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Ну что, приступим? Что ты радостный такой? А чё мне плакать-то? Да. Пришел слить деньги на ненужную хрень, не так радует. Кисуль, таки я сэкономил. Я участвовал в ивенте, задротил и получил себе Бильбо Снейк на халяву. Имею право тратить. Два дня только до туалета отлучался, ел только тут, господи. Мылся, не мылся, даже не знаю. Он конченый. Тебя я вообще не спрашивал, Кэп, нормально, нормально. Имею право иногда позадротить, да. Иногда? Иногда? Да ладно, все, это, поехали. 20 из 24 это не иногда. Нормально. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и госпожа Очевидность. Ну, всем добрый вечер, надеюсь, вы не такие, как он. Ну не мамонты, которые заходят и продают. А что мы хоть крутим? А я типа мебель, да? Ты, да, я совсем забыл. Тут еще вот этот персонаж имеется, капитан Очевидность. Здравствуйте. Красава. Что мы крутим? Мы крутим сегодня, друзья, кейс с Чиапа Трипл Трит, с Чапой, короче. Если выпадет золотая Чапа, я заберу ее себе, без обид. Если выпадет все остальное, вообще, золотой киллтек выпадет. Это вам, вообще, просто сразу. Обязательно выпадет, три золотых, вряд ли. Но, женщина, ты везучая, ты начинаешь, я пока чай попью. Ваше здоровье. У меня другой вопрос. Вот, для роликов по кручению мне нужна вот моя любимая... Колбаску я уже упаковал. Политическая сосиска. Сосиску я уже упаковал. Все, она уже, она готова к поездке на юг. Да, кто не знает, мы переезжаем вот, на ПМЖ в Краснодарский край. Многие, кстати, переживают, что у меня там будет плохой пинг. Ракутагин, ты не будешь тащить. Я тут братишку оттуда, из этой станицы, где буду жить, попросил протестировать пинг до Warface, посмотреть, какой будет. Просто даже в игровом центре посмотреть. Вот что он мне показал. Это с учетом того, что он играет через Wi-Fi. И качество связи у него так себе. Так что не переживайте. У меня там все хорошо будет, все отлично. Линия там новая, оптическая. Так что, поверьте мне, нагиб будет тот еще. Дорогая, давай. Ну, Чапа золотая. Ну, что ты, блин, женщина, не докручиваешь-то, как положено? Я перекручиваю, ты не заметил. Какая разница? Крути так, чтобы Чапа золотая была. Да как надо будет, мне дальше все. Ну, не знаю, Кэп. Ты что-то знаешь, ты постоянно говоришь, Кэпчик, что ты я выбью. А последнее время, если честно, ты вообще-то ни хрена не убиваешь. Это как так? Вот так. Висячка вот так по губам у тебя проходит. Последнее время я и то более везучий, чем ты. Ты везучий только на говно всякое. Давай. Ребят, напишите, кто крутил этот кейс и что вы из него выбили. У меня, короче, если верить Donation Alerts, у меня вот, ну я не знаю, я не смотрел, как бы, там много этих сообщений. Видел, что один человек киллтек выбил, но обычный, не золотой. Как я понимаю, это с вот этого кейса, короче, как раз было. Это, по-моему, вчера было. Да, сука. Ну, конечно, вообще, это, если честно говоря, это очень так наивно. Выбить золотую чапу с этого кейса. И дело не в том, что даже это как бы такой, ну, крутой здесь приз. А дело в том, что тут несколько золотых пушек. И шанс того, что даже если ты выбьешь золотую, что это будет чапа, этот шанс, он минимален. Легче реально из коробки обычной, наверное, выбить чапу в игре, нежели выбить именно золотую чапу, именно то, что ты хочешь здесь. С другой стороны, здесь другие призы как бы такие жирненькие. Да. Я уже за последний год ничего не выбивала. Зачем ты вообще даешь мне крутить? Как не выбивала? А, да, ты не выбивала. Ну ладно, ничего страшного. Ну до этого выбивала. Знаешь, удача, она такая штука непостоянная. Бац не было, бац есть. То есть, это как бы законно вполне. Когда же она уже есть-то будет, а? Не знаю, я вот только поел, мне хорошо. Да кто сомневался. Супчик такой прямо душевный залетел, хорошо. Мне понравилось. И оладушки. Да, со сгухой-то. Мы худеем. Мы худеем, да. Ладно, на юге будем худеть, что там. Здесь мы не... все время где-то собираемся худеть. Здесь не получилось, там получится. Не забывай, да. Еще раз оттуда ты привез лишний килограмм. Подожди. Сейчас что у нас тут? 79. Давай еще крути 4, потом еще я штучек 25 покручу, потом Кэпчик покрутит, и все будет нормально. И мы по-любому выбьем золотую чапу, которую я хочу. В крайнем случае нет. Да нахрена тебе чапа-то? Золотая. Да потому что она офигенная. Блин, каждое почти через одно оружие, которое мы выбиваем, золотое и офигенное. Ну? Это принцип этой игры, ты задолбаешься гнаться. Не, ну у меня-то хотя бы будут, вот сама посуди, у меня хотя бы будут дробовики, чтобы подписчикам видео поставить. Ну, подписчикам видит это другое. Зачем тебе эта чапа? Вот давай лучше килтек подписчикам выбивать, хотя бы обычно. Нет, чапу я себе хочу, а не подписчикам. Я не кручу, подписчикам давай. Все остальное. Если вот, давай. Короче, 25 коробок я вот этих кручу, кейсов. Из них выпадает мне золотая чапа, смотрите.
Ну, начинаем с малого, понимаете, да? Потихонечку. Это прям печально, мне нечем поводить. Да была где-то колбаска, но, жена, не издевайся над мужем. Вот я ногой щупаю, нет, тут нет колбаски. Но все. Жизненно. Жизненно, я знаю, но эпоха колбаски закончилась. Она теперь будет только в Краснодарском крае, теперь эта колбаска. Да. Так. Ну, пока не везет, но это пока. Давай, сука, ёбаный насос, ну почему так? Мэл, вот вы там опубликовали новые правила для Ютуба, и там первым делом идет запрет рекламировать рулетки. Ну как так-то вообще, несправедливо, это же рулетка, ха-ха-ха, да, это же рулетка, сука, по сути, да. Ну давай, давай, пожалуйста. Нет, без колбаски прям... Ну, да хотя бы обычную чапу дали бы, я хоть подписчикам отдал. Опять вот это вот, по губам на один день. Это неинтересно, разработчики. Серьезно, ну, как-то посправедливее должно может, быть, люди. Может, ты мало кейсов берешь, может, надо по 1000 крутить. По какие 1000? Я тут что, состариться за компьютером должен? 1000? Тут 100 кейсов-то крутишь, я уже устаю, блин, бесконечно балаболить и следить за ними. Занятие, кстати, очень нудное. Я не знаю, многие люди от этого реально тащатся. Вот ей нравится. Она вот тот человек, который лудоман. Вот крутить ей как бы в кайф. Если бы это еще бабки не мне честно покер. Я вот в этом плане не знаю. Может, я не такой вот азартный. То есть мне реально покер. Вот человек, которому не выпадает, он еще больше хочет крутить. А мне если не выпадает, я начинаю злиться, сука, нереально. Я очень зол уже, Майл. Где моя золотая чапа? Обычная по губам. Обычная, причем на один день. Если бы просто обычная, другое дело, я подписчикам обычную чапу отдал бы. Тут реально, блин, ну, висячкой просто вот так, жжжж, сука. Скорострельно по носу, блин, в ноздрю, сука. На тебе, Ракутагин, держи. Как так-то, блин? Хер его знает. Сотни кейсов скручиваешь, нифига. Потом почему-то ни с того ни с сего что-то выпадает. Ну, как-то нестабильно. Вот реально, коробки в игре, они стабильнее. Они стабильнее, реально. Ты тратишь энную сумму да и... Да все, это фигня. Почему? Ну, что с коробок висячка? Что тут висячка? Да с коробок, висячка. Да с коробок. Ну, смотри, вот мы коробку крутим, и чаще всего выпадает. Чаще всего мы докидываем, ты материшься, и она потом выпадает. Нет, чаще всего мы как раз не докидываем. Это редко бывает. Это было вот в прошлый раз. За последние два раза так и было. Да нет, но если ты кидаешь нормально... Да. Ты 6 кредитов кидаешь, только так оно выпадает. Да, конечно. Чего нет? Так и есть. Она легко выпадает, любая пушка практически. Ну ты же 6... не 6 тысяч кредитов сюда закинул, какая претензия? Да, кстати, тут небольшая разница, тут тоже больше 2000 у меня, по-моему, ушло. На 100 кейсиков-то. Тут примерно тот же аналог, плюс-минус. Вот за эти деньги, которые... Думаю над тем, как сделать более экономней гардеробную, что? Ты вливаешь на кейсы, которые не любишь крутить. Не, ну это контент, и подписчикам тем более пины. Слушай, давай я просто тебе тапком буду бить, это тоже контент, а все будут на это смотреть. Не, это как бы контент он всех устраивает, кроме меня, так что не катит. Так что давай не будем этим заниматься. Могу я тебя тапком побить, но тогда меня заблокируют на Ютубе. Это сейчас же это как бы ты что, женщин бить нельзя, мужчин можно, женщин нельзя бить. Ну, такие времена настали. В принципе, я никогда женщин не бил, мне кажется, это как-то стрёмно. Блин, я думала, меня сразу другое зарисовалось. Что? Ну, у меня что-то ближе к 18+, я думаю, а что, убрали ценз, что ли? Прямо я на коленках лежу, ты с тапком, как бы, поймешь, как положу. Нифига себе, надо попробовать, ха-ха-ха, да. А оказывается, бить просто нельзя. Да, бить нельзя. Давай, ну пожалуйста, выпади, сука, задолбали эти килтеки на один день. Вот хер ли толку от этих килтеков? Нереально, баблази, просто вот. В чем досада вот этого гребаного игромаркета? В чем как бы лохотрон? Коробки? Ты в него играешь. Нет, коробки, вот обычные коробки. Ты туда закинул энную сумму, вот такую же, как здесь, там, 2 с лишним тысячи рублей. Получается там плюс-минус около 5000 кредитов, допустим, да? И вот с этих 5000 кредитов ты выбьешь в большинстве случаев. В большинстве, я и там не выбивала. Да, но фишка, ты в большинстве случаев там выбьешь. А с этих аналогичных денег на игромаркете ты не выбьешь нифига, кроме пушек на один день. Вот в чем жопа. Вот в этом нагиб, понимаешь? Отдай дают... кэпу, он выйдет. Не надо ты сейчас. Ты вообще, блин, обещал кэпу давно отдать, уже 40 кейсов осталось. Да ладно, на. Давай, родненький, давай, я верю в тебя. Я тоже. Нагиб пошел, реально. Еще, блин, жара эта от лампы идет. Я потею весь тут да, сижу. Да мне нормально, фиг ли ты держишь. Тебе нормально, потому что ты сбоку сидишь, а я прям под лучами сижу. Ой, ты бедненький, ой, не да. Подарил еще. Да, я бедненький. Давай, крути эту висячку. Ах, бля. Да гребаный насос. Ну пипец, вот ты серьезно, ты сидишь такой, и в следующий раз ты покупаешь эти 100 кейсов, у тебя нет желания вообще их открывать. Не, у некоторых ютуберов там что-то падает как-то нереально. Я хер его знает, откуда, сука, они такие везучие. Может, им Мишаня подкручивает, может, еще кто. Да не, вряд ли, конечно, кому-то будет подкручивать. Но некоторым пипец как везет. Мне вообще не везет. Херня какая-то вечно. А за все время чем мы с годного выпили? Мы за все время реально вот прям так, вау, прямо вот мечты сбились. Это был этот золотой килтек. Кэпчик у нас выкрутил. Кэпчик выкрутил уже, да, у нас? Да. Все! А в основном это вот так вот, по губам просто, на тебе! Скорострельно. Кстати, золотой марлин у меня есть, но он мне не нужен. Вот. Ну, если будет, как бы я кому-то, опять же, где-то видео вставлю. Нагиб, да. Все понятно. Давай. Давай, кэпчик. Давай, родненький.
Ну, Кэпчик, он, да, он немножко более везучий, чем я. Я тут килтеки на один день получал, хоть Чапа получает. Ну, Чапа уже такая более современная пушка, продвинутая, вы понимаете, да? Хотя, в принципе, одно и то же, плюс-минус. Но мне Чапа больше нравится. Она какая-то. Я все по губам за это на один день. Ну, а ты знаешь, между прочим, у многих подписчиков, извини меня, Чапы нету, как и килтека. Для них и на один день пушка то это есть как бы. Тупо подразнить. Ну норм. Почему подразнить? Человек хоть поиграет, как бы нормально, один день. Не понагибается, а понагибает как бы. Да, возьмет такую донатную пушку в руки, один день побегает, потом зайдет, поиграет без доната и просто удалит нахрен эту игру. Вот, видишь, мы спасли одну душу. Плюс в карму нам. Ха-ха-ха, да. Есть такое. Я вообще дурак, на меня лампа светит эта. Осветительная вот эта, для видосов. Она вообще не для видосов, она же для макияжа всякого, да? Слушай, мне ее включают, когда наращиваю, допустим, ресницы. Вот, что-то я не потею. Ну, а я еще чай просто горячий выпил. Ты не забывай, какую я мощность включил. Тебе там включают на полшишечки, на пиздюлинку. Да, значит, лампа там говно, вот и все. А у меня лампа-то могучая, сука. Под ней загорать можно. Видите, я вон загорел как. На улицу практически не вхожу, зарочу дома вон целый день. Коробки ой, складываю, да ладно, варфейс да играю. Ладно, да ладно, на улицу-то ты правда не выходишь. Ну, тут как бы... Ну, а загорел, смотри как, все под лампой. Все под лампой. Ты белый, как сметанка. И какая сметанка? Знаешь, есть, да? Какая сметанка? Я тёр... А знаешь продолжение? Что? Ну, белый, как сметанка, и не знаешь? Ну. Ну, не знаю. Да не знаю я, правда. Я же не такой испорченный человек, как ты. Я такой из... Фу, почему ты об этом подумал? Я интеллигентный просто сам по себе. Там вообще не об этом. Фу, пошлый ракутаги. Ладно, давай этот... Белый, как сметанка, и жирный, как сметанка. Ты не мешай, блин, Кэп крутит, блин, ты только мешаешь, серьезно. Полезное что-нибудь скажи там. Кэпчик, давай, мы в тебя верим. Мантру почитай на успех, на удачу. Это ты этим занимаешься, валяй. Ты чё, не тяни руки свои. Чё, ты захотела покрутить, что ли? А чё? А чё? 15 коробок могли 10 отдать. Останется, 10, ты возьмёшь. Зажопил. Кэпчик, прости. Я должен ещё в этом поучаствовать. И чё за херня была? Ничего страшного, блин, ты всё равно не платил за это. Давайте, 3 коробки. 3 коробки, да. У меня просто рука реально в последнее время какая-то везучая, у них херня какая-то пошла. Эта женщина раньше такие успехи несла, вообще ничего бы, микророни золотой мне убивала, или не она, не помню. Что-то она мне убивала как-то один раз нормально. Вообще никакого толку. Этот, блин, Чапы на один день крутит. Куда вообще мир катится? А ты Марлины на один день крутишь, как на, на, красавчик. На, ты покрути, женщина, давай. Ох, сука. Ну, муж и жена, одна сатана, все нормально. Где насчет сатаны как бы... Ты сейчас вообще по краю ходишь. По какому краю еще? По острому. Ну, насчет сатаны как бы там доля правды есть, да, скажу так. Сука, давай, крути. Ты, не, ну реально, муж и жена. Я килтеки выбивал на один, и она. Надо реально было Кэпу оставить, он хоть Чапы выбивает на один день. А тут опять килтеки пошли. Ну хорошо, хоть не фабармы на один день. Кстати, фабарм престиж вообще ни о чем стал. Я что-то на днях с ним начал говорить, такая шляпа, ну в упор не ваншоты, сука, причем прицел на теле противника. Он вообще Армагеддон, по-моему, не шотит нормально. Вообще какая-то висячка стала полная. Сейчас реально самый годный это килтек нормальный. Этот, Чапа, конечно, это вообще божественная пушка. И, ну и Марлин нормальный, да. Ну Марлин, он единственный, конечно, рандомен косоват. А так, в принципе, плюс-минус сойдет. Давай, давай. 2 кейса, я не знаю, слушайте. Давай золотой что-нибудь и будет нормально, и ты прощена. Я еще вообще, между прочим, не провинилась, чтоб ты меня прощала. Вот да, а где Кейса? Не провинилась она. Родненькая, ты больше всех крутила. Все, Чиполлино наступил, сука, вот она, бля. Больше всех ты скрутил. Чиполлино на один день. Ёп, красота, ребята, где справедливость на этом свете? Скручено, 100 кейсов. Этого мало просто, вот и все, я думаю... Что да. Мало? Да мейлу всегда мало, они же ненасытные. Скручена, короче, сумма, за которую в игре, ну, с высокой долей вероятности, наверное, более 50%, что ты выбьешь какой-то донат навсегда. Здесь скручено 100 кейсов. Претензий не имею, все хорошо. Да, короче, жопа. Не знаю, мне с игромаркетом пипец как не везет. Мне люди пишут, изи там золотое то, изи там 100 тысяч кредитов, изи то, изи все. У нас, короче, с этим игромаркетом вообще не ладится. Как я впервые на него зашел, так и пошла эта висячка. 99% за все время здесь был выбит. Ну вот один килдек золотой. И по мелочам плюс-минус там пару свешек в свое время. Но это так, чисто на везении. Самый хороший кейс был за всю историю. Это пистолетный кейс, где был золотой сигзавр. Он был дорогой этот кейс, я не помню сколько, под сотку, наверное, стоил рублей один кейс. Но с каждого кейса выпадало что-то годное. Он тебе хотя бы там Вальтер 99 навсегда, не, на может быть, еще что-нибудь. Нет, на самом деле, мы тебя неправда делали кейсы дороже, но без вот этого на один день. Да нет, ну просто шанс должен быть такой, чтобы со 100 кейсов хоть что-то получил. Но не получу я, ладно, не там. Не знаю, мне вообще не нравится. Я не получу. Вообще, вот хоть убейте меня. Ну это чисто вот для подписчиков один день так раздать, у кого нету, чтобы люди попробовали. Может человек, не знаю, хочет попробовать пушку. Но фишка ну, в чем? Ну блин, попробовать можно взять прям на один день какие-то прям совсем дешевые кейсы, нет. Сделать по 5 рублей. И пусть человек пробует чисто оружие, которое тут выпадает на один фишка день. Фишка в чем? Самая большая проблема разработчики, то что
Ну, со 100 кейсов это не так мало. Для многих людей у них как бы вообще, ну, они вот закидывают сотку вот это на 100 кейсов, и для них как бы это деньги реально. То есть они очень рассчитывают на что-то. А попадается висячка, со 100 кейсов хоть что-то должно падать. Хотя бы вот на вот эти обычные фабармы не золотые. Вот какой-то процент должен быть нормальный. Пусть даже человек не получит даже обычный килтек навсегда. Но чтобы он обычный там марлинчик получил. Нет, навсегда или фабарм. А я вот считаю, что нужно вообще убрать вот эти все фигни на один день из нормальных кейсов. Вот кто считает так же, отпишитесь. Я считаю, один день надо убрать, а делать просто пушки. Какие-то лучше, какие-то хуже. Чтобы тоже тут система же этих цветов, как в Warcraft, да, тогда легендарные. Ну далее. Тогда там обычные пушки будут в основном падать. Они тебе нафиг не нужны. Ты будешь какие-нибудь Бенели М4 падать, это шляпа. Нет, ну более соразмерные, но кейсы сделать реально дороже. Еще идет за определенный. Ну, короче, она предлагает сделать как с пистолетным кейсом. Ладно, друзья, мечтать мы можем обо всем этом. А на самом деле мы продолжаем жрать кактус. Факт остается фактом. Это видео это подтверждает. Да, факт остается фактом в нашем случае. Да. С вами была сегодня госпожа Очевидность. Всем прекраснейшего вечера, настроения, да, и всего-всего-всего. Глубоко и надежно. Капитан Очевидность. Пошляйте в реальную жизнь. Красавчик. И мокрый Ракутагин. И мокрый Ракутагин. Вспотел, сука. Нервы. Все это вышло с потом. Прямо горит. Жопа горит. Сердце горит. Все, весь горю. Чай горячий. Лампа светит. Сука, Чиполлино выпал на один день. Всех люблю, всех уважаю. Если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, таковых нет, сам в курсе, не обессудьте. Ставьте лайки, по желанию как хотите, но это не обязательно, в принципе, это как душа лежит. Яки чешите, это мне обязательно. Нравится. Что? Лайки. Я понимаю, что они никак не влияют, но это так, ну не знаю, это мило. Ну мне тоже нравятся лайки, такие собачки, мышлятки, вот такой. Да, яки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почесало, у тебя будет своя лайка. Вступайте в нашу армию, и Чиполлино на один день как минимум. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.